Да, спасибо. Спасибо большое. Я и розы украл. Рядом есть человек, который говорит, правильно? Да, да, да. Заваривал уже все, что только можно. А давайте пошире делать. Как вы провели последние полтора месяца, когда ваши условия ужесточили? Ну, сидел там, днем на полу. Там, ну, такая небольшая камера, деревянный пол, каменная стена. Сидишь, читаешь книжку или чем-то рисуешь. А что читали? Последнее, что прочитал, в воскресенье Толстого. Олег, что вы хотите сегодня делать? Как вы хотите провести день? Я сейчас хочу быстрее домой поехать. Поесть шашлыка и окрошки. Круто.